46-летний ведущий передач «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев опубликовал снимок с 28-летней Валерией Куденковой, которую называют новой избранницей известного шеф-повара. Подписи к сделанному на Мальдивах снимку, Ивлев заявил, что его расставание с супругой Марией произошло без измен. Константин подчеркнул, что никто никого не предавал, и призвал поклонников не углубляться в сплетни от желтой прессы. «Друзья мои, мы хотим вам сказать, никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал. Все произошло так, как должно было случиться. Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой. Не ведитесь на хайп и желтую прессу. Всем мира и любви», — обратился к поклонникам телеведущий. В комментариях подписчики обрушились с упреками на Ивлева, заявляя, что были гораздо лучшего мнения о телеведущем. В ответ ведущий призвал зрителей не лезть в его личную жизнь, опубликовав пост для особо одаренных. Напомним, ранее жена Ивлева Мария пожаловалась, что звездный супруг пытается забрать их общую дочь и скрыть от грядущего раздела имущества свои доходы. В браке Мария и Константин Ивлева прожили свыше 20 лет.